Я найду тебя и вырву тебе горло. Я знаю, где ты. Я уже иду за тобой. Джек, переключись на новую частоту. Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто бы сильно расстроился. Черт, он знает, где я. Может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Far Cry 1, мне по счету 14 часть игры под названием «Грузовое судно». Я желаю всем приятного просмотра. Да уж, хреновенько, что Дойл раскрыл Кроу. Ну ничего страшного, думаю, он его не убьет. Может быть, даже мы в этой миссии Кроу убьем. Кстати говоря, я наконец-то узнал, на каком уровне я покажу эту прикольную игрушку. Оказывается, эту прикольную игрушку я покажу на уровне для ветеранов. Прикольно, да? Вау, сука, снес, есть, я водилу снес, круто. Кстати, я специально посмотрел бинокль, потому что видишь, сколько их, а? Их очень дохренище. Там, блин. Потом, сука, там еще два придурка. Потом, сука, на лодке, получится тут. Там еще на лодке, получится где-то там еще. Капец сколько, офигеть. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Тикай, правда, на уровне ветеранов. Теперь я понял, почему, сука, враги такие умные. Я думал, почему я так много раздыхаю? Почему, сука, такие реально умники? Потому что я на жестком уровне прохожу. Все классно, играю. Наша цель еще какая? Вы встретитесь на первом острове. А, окей, все, понял. Получится, это и есть первый остров. Окей, высадимся. Да, это позор на снайперке я решил поэкономить. Потому что они мне в дальнейшем, думаю, пригодятся. Так, ушки, оладушки. Как говорится, все. Вау, птички летают. Вау. Кстати, ссылка на эту прикольненькую игру будет в описании. Вирусов нет. Я кричал покойника. Вау. Видите, какая же классная игра. Вау. Охеренная. Кстати, правда, вирусов нет. Я скачивал. Все нормально. Не переживайте. Вау, блин. Обожаю я Far Cry. Правда, я понятия не имею, что нас будет ждать в этой миссии. Потому что я ни разу не проходил, но надеюсь, она будет прикольная. Кстати, с каждой миссией все сложнее и сложнее. Вау. Каждый раз миссия турнее становится. Я заметил на самом деле. Так, этот придурок ловит. Так, там. Блин, сука, кто меня палит, а? Точно же не он, а? Ты! Сука, гора. Хер тупой, а? Я забыл этого дебила снести, а? Ах ты, сука. Сука, тупая мудня, а? Если надо было, сука, сразу с самого начала его убивать, а? Теперь у меня мозги... Сука, подожди, Дима, не помажь. Сука, тупой пулеметчик, а? Ладно, как же быстренько. Все дебилы к нам уже придут. Надо быстренько менять пистолетик. Пошли потом, просто мало, а? Так, ушки, оладушки. Давайте с этого камушка на самом деле, а? Эти дебилы полюбят сюда придут, а может и нет. Ладненько. Давайте, дебилы. Видите, у него башка еще трясется. Серьезно? Блин, это просто охеренная игра. Еще раз всем желаю приятного просмотра. И главное, всем спасибо за поддержку. Чтобы вывести систему из строя, надо уничтожить все передатчики в этой зоне. Узнаешь их по высоким антеннам. Если я правильно помню, они проводили взрывные работы на ближайшем к нам острове. Если повезет, ты найдешь там взрывчатку. Понял тебя, Дэвид, спасибо. Блин, где эти придурки, а? У него до сих пор башка крутится, капец, а? Так, сука, правда, где они, а? Так, наша цель. Найти три взрыв-пакета, находящиеся на первом острове. Ну понял. На этом острове надо будет найти взрыв-пакеты. Понял. Если бы эти придурки бы, я бы на этом острове бы отдохнул бы. Вот ты, сука. Есть, сука, одна тварь сдохла. Так, еще осталось два дебила. Они, оказывается, взяли еще два дебила. И, сука, было четыре. Сука, было четверо, а? Не удивляйся, значит, когда увидишь, что, сука, его друг погиб, и спрашивает, друг, ты жив? Это, сука, прекрасно, видишь, что того я уже убил. Это, сука, игра, конечно, а? Охерительная. Так, ушки, я всех убил, а? Или нет? Правда, на самом деле. Аника, надеюсь, что я убил всех. Не, конечно, там дальше полюбить еще будет, придурки, это ясно. Я имею в виду в этом секторе. Хотя, кто меня палит тогда? Блин, сука, даже интересно, на самом деле. Так, ПНВшка, кто меня палит? Так, это дебил. Я дебил, блядь, какой дебил скатился. Так, я понятия не имею, кто меня, сука, палит, но... Ладненько, черт с ним. Вроде бы понесло.
Так что быстренько патрончики возьмем. Все возьмем, кстати говоря. Я думаю, знаете, что я думаю сейчас сделать, а? Вау, птички. Думаю, вот сюда вы сходите и осмотреться. Может даже там еще больше будет придурков этих, а? Если их найду, то парочку придурков пишу, знаете, на снайперке посносить, так, дабы, чтобы мне потом было легче проходить. Я понял, наша цель получается уничтожить эти три спутниковые антенны. С помощью взрывчатки. Сделаем, сделаем. Может, правда, нам опять перед спасать Вэлл. Хреново. Так, давайте быстренько. Опять же осмотримся. Ого, так, раз, два. И, по-моему, там еще третий есть. Да, три. Так, три дебила тут. Так, ушки. Так, три придурка там и еще. И, ого, ни хрена себе, сколько их, блин. Миссия обещает быть очень трудной и интересной. Так, там одна лодка, но она... Ого, сука. Еще на лодке мутнее. Ух ты, сука. Валенька, первым делом мы... Надеюсь, мне сзади в спину не зайдет. Снесем эти дебилов. Как? Да, я налечь сначала, во. Чтобы прицел не теряешься. Ой, подожди, Дим, ты позор. Опа. Есть, этого дебила мы не снесем, слишком как-то неудобно, на самом деле. Значит, тупо вместе находится, я не смогу его убить, поэтому давайте сначала снесем тех, кто напился. Есть, так, где еще? Ага, ручка, ладушки. А ручка пускай пока плавает, а. Так, теперь где там был третий? Там был их вот трое. Я же совсем долбанулся. Так, ладненько, тебя тебе убьем. Так что быть. Есть. Охеренно, сука, он меня палил. Может он снайпер, а может и нет. Ладненько, на пути нашей цели это сюда вот идти, а? Но потом, когда возьмем взрывчатку, я понял. Так, кто дебил, я потом его убью, то приду. Так, лодку тоже потом уничтожу. Поэтому пойдем дальше, а? Да, сразу туда. Вау, блин. Скажу честно, это охеренная прикольная игра. А потом на снайперку я лучше сэкономлю. Я по-любому уверен, что они мне дальше даже очень пригодятся, как снайперка. Очень снайперка мне пригодится, а. Сори, извините за оговорку. Блин, правда, всем рекомендую эту игрушку. Правда, я скачивал сайт, поверено, вирусов нет. Так, тут вроде бы показалось, что камень это враг. Вау, тут столько зелени, тут столько чего офигенного, блин. Игре 16 лет, правда, мать его, 16 лет. Она до сих пор остается охуенной игрой, блин. Даже не побоюсь такое слово сказать, правда, она охеренная. Блин, честное слово, очень интересная игрушка. Сейчас есть такие игры современные, которые не все современные игры такие охеренные, как вот старенькие игрушки. Тоже есть тот же Crysis, а? Тоже охеренная игрушка. Я прострелю тебе зад! Сука, я правда не зад прострелил почти, Мудин тупой, а? Сука, даже не ожидал, что этот дебил появится там, а? Ну я вообще не знаю, что тут миссии будет, а? Сука, тут еще дебилов будет и всего остального, а? Так. Так, ну тут у нас что, эти? Лягу, осмотрюсь. Опа-опа. Так, эти дебилы на лодке. Возьмем снайперскую винтовку, а? Надо будет, правда, момент подгадать. Есть, подгадал. Сука, встань, 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 встань. Есть! Сука, снес красавчика. Ну-ка, тут у нас что? Ну-ка, ну-ка. Раз. Два, три. Че, серьезно? Сука, охерите, еще и тут люди. О, баги. Прикольно точило. Так, перезарядка. Есть. Опа, о, блин, какая же классная игра. Так, ладно, давайте сначала сразу их снесем. Хотя, знаете, честно говоря, я одного убью лучше. Дабы просто припугать их, а. Так сказать, патрончики жалко тратить, а. Ведь они все бегут, все такое. Как говорится, они... Хотя... Есть! Все-таки ладно, черт с ними. Подожди, подожди, пожалуйста, постой. Вот, все, спасибо. Не знаю, есть там еще чувак, нету хрена, ладно. Так, патрончики я сэкономлю. Ну, правда, лучше они мне дальше пригодятся, я больше уверен, что дальше мне пригодятся. Потому что, правда, я заметил, что чем выше уровень поднимается, но дальше наше прохождение, так сказать, жека приключения, тем сложнее и сложнее становится проходить эту игру. Блин, все же, какая же это охренная игра. Блин, жалко, что я в детстве ее не прошел. Ну, в принципе, сейчас пройду до конца. Это такой его шарик был, а? Ладненько. Тут у нас получается... Сука. Ага, тут у нас один дебил. Ага, там, походу, еще есть дебилы. О, лодка резиновая. Смотрите, тут с этой стороны тоже лодка резиновая есть. Так, ну это фигура, это понятно, а где-то еще есть. Тут по-любому где-то еще есть. Чего? О, камушек, типа, может его чувака копнуть. Так, ушки, оладушки. Вот эта зарядка находится именно тут.
Ты куда делся? И правда, куда он делся, а? Есть, сука, есть, а. Но по-любому кто-то еще остался, я больше чем уверен, а. Правда, не знаю, с какой стороны зайдет, но по-любому тут кто-то еще есть. Больше чем уверен. Правда, найти бы этого дебила бы раньше, бы, а? Чем у меня. Сука, может тут? Так, подожди. Нет, пулеметчика нету, все нормально. Так. Ну ладненько, пойдем дальше. Хотя, честно говоря, не знаю даже. Блин, какая же это охерительная, сука, игрушка. Не, ну по-любому кто-то сзади в спину зайдет, еще кто-то будет, а? Я больше чем уверен, это у меня просто чуйка такая. А может быть, мне кажется, хрен его на самом деле. Блин, честно скажу, это просто, я не могу ни слов, это просто охеренная игра. Я с большим удовольствием хочу сейчас на канале потом пройти Far Cry 3. Я правда ни разу Far Cry 3 не проходил у себя на канале. Я знал, что игрушка есть, потому что она прикольненькая, все такое. Как и пропустил ее, когда она только вышла в 2012 году. Я не знаю, сука, где я был, но правда, эта игра охеренная. Так, ладненько, сейчас быстренько перейдем в взрывчатку и идем, сука, уничтожать первую спутниковую антенну. Блин, опа, еще придурки на лобке. А, это те дебилы. Блин, на машине придурок какой-то приехал. Окей, я нашел. Я хотел сказать, окей, Дэйл, я нашел взрывчатку, но почему-то какого-то фига он не сказал. Бывает. Так, ладненько, там мы убили, тут убили. Так, тут вроде бы больше никого нет. Хотя я, сука, не уверен в этом. Нет, все-таки кто-то есть. Кто-то ж нас палит, а? Вот только, сука, откуда, а? На самом деле, кто нас палит? Ну-ка. Ага, ого, ни хрена себе, сколько вас. Так, ладненько. Быстренько, патрончики. Я лег же? Да. Смогу я попасть по вам, а? Ебать, я косой, а. Капец, я косел, а. Не, я косел. Лучше потом сэкономлю, а. Капец, я косой, а. Ладненько, побыли. Сейчас до лодки доплывем, она нам, думаю, пригодится, а. Дабы резиновая лодочка так себе. Так, ушки, ладушки. Давайте. Давай, вот сюда. Потом сейчас возьмем баги. Баги нам, в принципе, пригодится, мне кажется. Так, ушки, ладушки. Тут кто-то еще, походу, есть, да? А где ты? Где ты, придурок? Эй, чувак. Ты где? Падай, где он? Сука, где-то рядом, а только где он? Маленько, высадимся. Потом найдем его. Сука, ну я убил троих. Тут, походу, их было четверо, наверное. Не понял, сука, где он? Эй, блин, сука, не знаю, где он. Маленько, еще быстренько патрончики возьмем, а? Где это, кстати, где я их убил? Где я их убил? Сука, пока найдешь патроны, капец, да? Блин, походу... Ладно, не знаю, где я их убил. Ладно, черт с ними. Погнали, баги. Обойдем их с тыла. А, вот это призывай, где было. Где там еще дебило. Я сам вообще такого черта. Сука, вы тут делаете, а? Так, где еще? Эй, ребята, вы где? Не понял, на самом деле, где еще придурки? Что-то еще есть. Офигеть, сука, ну и засада, а? Ого, нифига себе, сука, на шпагат сел, а? Блин, сука, это охеренная игра. Опа, мы почти подошли к спутниковой антенне. Так сказать, подъехали. Это круто. Я должен установить взрывчатку на передатчик в помещении под самой антенной. Это обрушит ее. Понял, у тебя тут жердоем. Так, где еще дебил? Что, походу, бы достался. Сука. Охереть, сука, взял, чуть не убил меня. Ну, муди, а? Ладно, сука. Ну ты, сука. Теперь ты попал. Куда я попал, ну, сука. Так, сука, там машина прикольная. Так, последнюю гранату. Пригодится, я думаю. Ничего не вижу. Есть, сука, вроде бы я всех убила. Или нет? Вау, сука, охереть. Блин, я не ожидал, сука, эти сука, оттуда приехали, а, с лагеря, а.
Ну сейчас, сука, я вам устрою, подождите, а. Я по выстрелянчику антенку, сука, грохну. Так сказать, подорву ее от третьего лица. И пойдем дальше, сука, зайдем в лагерь, все такое. Опа, броник, сука, жизни. Охеренно. Так, взрывчатка. Беги, 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 Джек, беги. Беги, Форрес, беги. Вау. Готово, куда теперь, шеф? Погоди секунду. Вот она, к северу-западу от тебя. Ага, понял, понял, спасибо, Дойл. Сейчас я пойду съездить тех дебилов, убью, дабы... А потом, сука, так сказать, возьму, там что я, может, даже там патрончики на стапелку найду. Хрен его, ну, блин. Я думаю, ой, я же говорю, они, сука, здесь были, а? Машину забрали, а? Я же видел издалека. Поставь без комментарий, что тут машина есть, а? Ну, сука, где вы? Где еще одни муни? Ну, что, сука, а? Где вы, тварь, а? Сука. Решил меня зайти сзади, да? Обойти, сказать, а? Ну, придурок, где-то еще один. Где дебил, последний? Хотя, может, он не последний, а? Взять этого ублюдка! Ах ты, сука, ты какой-то, а? Видели, как они хитрые? Какие, сука, они хитрожопые, а? Ну, вроде, а? Вау, сука, дробовик есть, прикольненько, я думаю, взять дробовик или нет. Маленько, сейчас по быстролянчику. Сука, у них патрончики заберем, как говорится, так и доехать в лагерь. Кстати говоря, я хотел в лагерь-то заехать, я понятия не имел, что тут будет меня ждать. Нет, я себе пишу, что у меня наемники тут есть, это я знал, я имею в виду. Может, тут уже таргеты появятся в этой миссии. Кстати говоря, походу, пока их нету, а? Как ни странно, я удивлен. Предыдущие миссии, капец, сука, их дохера было, а сейчас, блин, нету. Опа, патрончики на винтовку. Ах, опа, что какая-то пушка. А ну-ка, что это за пушка? Опа, опа, какая-то... Ну-ка, блин, прикольная вроде бы. Ну ладно, я свою оставлю, так сказать. Она мне больше нравится. Все, погнали. Так, правда, на машине нет патрон. Ну, давайте-ка, просто сейчас возьмем ее. Так, так сказать, прокатимся по быстролянчику до той машины и поедем дальше, а? Уничтожать. Уничтожьте вторую башню. Вот именно пойдем уничтожать вторую башню. Блин, честно скажу вам, игра очень охеренная. Блин, как вот честно, позорно было в детстве ее не пройти. Но я правда до конца ее не прошел. Честно, честная пионерская, я не говорю. Это капец, был такой позор. Я столько раз срался в тех миссиях, которых я сейчас преодолел на уровне для ветеранов. Это было капец. Опа, сейчас эту тачку возьмем, а? Просто патрона нету, а? Так, припаркуемся. Опачи. Погнали. Тут патрончики, тут все охеренно. Ну, в принципе, мы едем в правильном направлении, правда, мне кажется... Ага, все мы тут поедем, да? А тут, сука, на лодке еще муни, а? Ну, давай, сука. Надо, сука, попасть бы еще по ним, а? Блин, как раскатая машина, а? Есть, есть, сука, я кого-то снес, а? Круто. Ну-ка, ну-ка. А, я снес пулеметчика, блин, крутяка. На самом деле, круто. Сука, водила, водила. Есть, сука, теперь водилу снес. Так, давайте быстренько осмотримся. Ну-ка, ну-ка. Ого, нихрена себе. Сука, сколько тут жидких, и тут дохренища. Ну-ка, сверху. Ух ты, раз придурок сверху. Ну-ка, ну-ка. Так, сука, гранатометчик. Я заметил, у него гранатомет. А вот вторая наша антенна. Понял? Да тут их охренеть, сколько их. Может, наткнемся на акул или еще чего? Может, но я хочу подстрелить что-то реальное. Чтоб было непросто, понимаешь? Но мы можем отправить тебя к архиву, и ты вдоволь постреляешь в трагенов. Я сказал, что мне скучно, но я не камикадзе. Так я и думал. Тогда займись дельфинами, они как раз по тебе. Ну, сука, дельфинов хотите убить, да? Сейчас, сука, я вам устрою экскурсию налево, а? Ну как тут? Ого! Да я не... Ладно, они там о чем-то говорили, неважно. Охренеть, сколько ж тут их, а? Так, Ваня, сука, первым делом мы снесем, наверное, этого. Потом, сука, гранатометчик, а? Дабы, чтобы он нам, сука, не мешал, а потом уже этих дебилов. Кого сможем, убьем. О, сука, воздушник. Эй, Дима. Сейчас еще два раза выстрелим. Хотя, может быть, и не два. Так, одного мы убили. Есть.
Есть, сука, по ногам. Не будем стрелять, все равно не убьем. Так, сука. Есть, сука. Ты был базучник, правда, охренеть, да? Ванька, те, кто и сверху, мы нельзя уже убьем. Быть слишком осторожно. А где он говорит? А, он, походу, с этим говорит. Ваня, чё? Вау, закат. Блин, рассвет, не знаю. Все. Так, вот на лодке мы убили. Сейчас быстренько возьмем нашу лодку, правда. Резиновую. Ну, в принципе, просто машина не поедет дальше. Поэтому. Ваня, все. Как говорится, дебилы, я иду к вам. Ну, то есть, говоря, плыву к вам. Ладушки, ладушки. Тут полюбосик очень много осталось, а? Ну, ладненько. Патроны просто на снайперке я уже оставлю, а? Так сказать, сэкономлю. Возьмем нашу пушку. Я думаю, она нам поможет. Так, где вы, дебилы? Ага. А, это, сука, автоматчик. Не знаю, как он его... Я, походу, убил. Ага, ты сука, смотри, а. Блин, сука, ненавижу, когда так патроны вот так вот кончаются, а. Есть. Сука, этого я убил. Так, там же дебилы были сверху, а. Одного дебила я сверху кокнул, я заметил, а. Ну просто, знаете, заранее лучше снести их, а. Потому что потом меня не бесили, а. Ах ты, сука, тупая, а. Нет. Просто на снайперской винтовке патронов ставить не хочу. Опа, он прям так вышел. На свет. Так, там еще, походу, кто-то есть, да? Какой прикольный, красивый остров, столько птиц летает, а? Вау. Ванька, лодка уже, походу, не поплывет. Хотя нет, можно. Сейчас, быстренько. Добавлю метатель. Поплывем к ним. Не, правда, очень прикольные миссии. Я, правда, не знаю, что тут будет, поэтому хочу везде полазить и поубивать всех, а? Я поэтому тут везде и лазил, а? Если бы я эту книгу проходил, я бы, конечно, уже, так сказать, быстренько все сделал бы. А так я не проходил, мне хочется, правда, если здесь местность полазить. Это же тебе не гад этого леса, ну, в смысле, с открытым миром, где я могу парту вернуться на миссию, а потом полазить. Только если опять заново ее начинать. Так, я думаю, вот так вот пройтись, на самом деле, и вот туда пойти. Сейчас быстренько, так сказать, обшаримся. Опа, вкусненькая. Правда, говно какое-то, а, на самом деле. Ой, кайф. Ой, супер. Так, тут же подручники были, да? Ого, сука, не зря я их снес. Это, блин, сука, гребаные гранатохеры. Так, вот такая тут мог снести, так. О, там какой-то еще живой есть. Хотя, ладно, тут... Опа, там еще, получается, вход есть. Кстати, говоря, давайте лучше, наверное, так и пойдем, на самом деле, контейнер. Или так. Ванька, я думаю, блин, так что быть, я пойду все-таки сверху, так обойду, а, контейнер, да. Хотя, может, так можно обойти. Ну, а давайте все-таки так сходим, а. Так не так, это просто мне хочется как-то интересней. Ну, не знаю, что тут будет ждать, в принципе, здесь я не ходил, тут я не был, поэтому пойдемте, так сказать, обследуем местность. Что мы тут найдем? Можем вообще тут контейнер обойти или нет? Миссия получится классная, прикольная и плодотворная. Может быть, наконец-таки мою икра убьем. Хреново. Вау. ПНВшка понадобится, походу, а. Ты слышишь? Капец, я косил, а. Позор мне, а. Жек, позор тебе. Ты ж, блин, сука, бывший спецназовец, а. А такой косой, а. Какого черта? Ой, сука. Блин! Сука, реально, какого хрена так меня валит жестко, а? Ну, тут тупая тварь, а? Там еще, сука, на лодке или на машине поплыли, а? Надеюсь, я, сука, правда могу подняться отсюда и убить. Взорвать этого меня, вторую антенну, а? Я не знаю, откуда я зашел, но, блин, сука, я их обошел, получается, сзади. Это, сука, круто. Так, тут у нас точило. Ого. Еще и лодка плавает, сука. Охреново, дебил. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне иди. Иди ко мне. Где бы то ни было. Вот даже получится третья спутниковая антенна, которую надо будет взорвать. Дабы связь наладить, а. Так, тут больше... Тут... Я не понимаю, что есть. Но где, сука? Где тупая тварь? Так, ладно, сейчас по ступенечкам быстро поднимемся. Может быть, тут придурок? А, блин, где-то придурок. Правда, я где? Тебя вижу! Ах ты, сука.
сука тупая, а? Ну ты, сука, урод, а? Ты уродня тупая, а? Ну уроды тупые, сука, а? Надо сохранёчку сделать в этом месте, а? Надеюсь, у меня... Сука, сохранится, а? Так, может, тут жизни найду, а? Капец, мне жизни нужны, а? Пожалуйста, пожалуйста, сука, еще дебилы на лодке. Аху, еще! Сука, да сколько ж тут их, а? Правда, может, тут жизни будут, а? Мне капец они нужны, а? Походу, тут их не будет, а? Анька, смотри, походу, там, где антенна, есть жизни, поэтому пойдемте туда. Эту лодку мы потом уничтожим, а сверху. Там, может, просто обзор будет лучше, а? Я просто боюсь, что сейчас меня убьют, и сзади дебилы обойдут. Блин, сука, эта миссия еще дольше получается и интереснее, чем предыдущая, хотя... Каждая миссия в этой игре по-своему уникальна и интересна. Так, сука, на лодке. Бля, сука, если я лягу, я же не увижу их, а? Если получается, я лягу вот так вот. Ну да. Ладно, сука, все-таки потом их убью, правда. Аккуратненько. У нас просто жизни капец, сука, много. Так, идем с моей любимой пушкой. Хотя любимая пушка моя, это рыбочка, но это тоже прикольная пушка. Опа, здесь трапуан. Прикольно. У тебя есть хотя бы... А у тебя тут что-то есть? Только не патрон, ни хрена нет. Опа, сука, тут обзор лучше. Опа. Я правда... Есть, сука! Хотя бы этого снес, дебил, ладно. В этого дебила я сегодня попаду, в принципе, мне... Есть, сука, я и этого снес, сука, я и, блядь... Я и пулеметчика снес. Ай, молодец, ай, красавчик, а. Так, тут у нас что? Над ножи получится спутниковая антенна, третья находится... Опа-опа, на самой, сука, вышке. Ага. Есть, там еще дебил был, я его не вижу, поэтому не буду тратить патроны. Так что быть потом убьем его. Так, надо тут приготовиться. Тут, сука, полюбеска-то еще будет, а. Я же говорю, сука, это еще будет, я так и знал, что сука-то будет. Сука, тут еще останется, а. Может даже там есть. Сука, где-то еще есть, а? Как где? А, тут никого нет. Беру в жизни. Так, сука, засыпаю. Чуть я собачью бегу. Сука, где-то еще есть будет, а? А, вот он, да, сука. Люблю запах запала по утру. Где следующее? Ты приколись, скажу. Я помираю со смеха. Последняя антенна находится к северо-востоку от тебя. Вышевеливайся, они высылают подкрепление. Подкрепление? А это что было, получается, есть, сука, сохранёчка? Пойду этого, сука, дебила убью, просто мне может спину, так сказать, поиметь, потому что может меня, сука, однозначно. Последняя, сука, антенна осталась, а? Ты слышишь? Конечно, слышу дебила. Офигеть, сука, там же дебил внизу есть какой-то, да? Ладно, черт с ним. Или не черт с ним. Интересно, что это было? Ха, сука, в воде ходишь, офигеть, да? Ну, молодец, а. Так, Ваня, я так смогу его убить? А, да, смогу. Все, черт-то зачищен. Лодки, сука, нет. Все охеренно, игра охеренная. Пойдемте сейчас полетим на дельтаплане, так сказать. Я по-любому уверен, что нам снайперская винтовка, правда, дальше пригодится. Как-никак, нам еще, походу, миссия же называется грузовое судно. Походу, еще последняя спутниковая антенна, наверное, будет находиться на грузовом судне. Не просто так же миссия называется грузовое судно. Это же не логично было бы так называть. Вау, сука, дельтаплан, это охеренная штуковина. Сколько ж тут птиц, вау, это круто. Так вот, когда она будет через век подняться, получается... Я все, сука, на дельтаплане никак не долечу, поэтому придется хотя бы вон туда вот приземлиться, где подъем есть на горочку. Я, конечно, могу использовать читерский мотик, но, мне кажется, лучше его не использовать, дабы меня могут забанить. Да, в принципе, мне кажется, тут обзор будет лучше осмотреться и завалить придурков, нежели сверху. Так, все. Давайте сейчас быстренько, аккуратненько поднимемся. Антенна прямо рядом находится. Получается. Да, ого! Сука, я же говорил. Сука, мудник гранатометчик, а.
Я говорю, сука, тут охеренная миссия. Не зря я потом сэкономил, а. Там, походу, еще есть кто-то еще. Ух ты! Сука, пулеметчик, да еще и снайпер, походу. Так. Первый. Ага, сука, клиент. Ну ты, сука, там. Долбаный снайпер, а. Блять, сука. Сука, долбаный снайпер. Там еще, сука, кто-то есть, а. Да я, беги, 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 Джек. Беги. Не пать миссия, сука, сейчас я просто читерскую. Убью их. Использую так, чтобы читерскую фигнюшку. Так, все, снайперка. Снайперка, Димон. Не тупи, пожалуйста. Люди смотрят. В ахере будут. Ты будешь тупить. Нихера себе, сука. Да сука, нихера он валит, а. Так, нужно домовуха, а. Чтобы, сука, по мне не попал. Хотя я, сука, по нему попасть смогу теперь, а. Сука, теперь я же не увижу его. Это же не он, сука. Есть, сука, тупая. А тут у нас кто? Ах ты, урод, тупорылый, а. Ого. Ого, нихрена себе, сколько их. Ладно, этих я придурков потом убью. Дабы не потом, сука, на снайперскую винтовку еще. Сука, нужны. А их всего осталось 4 штуки. Ладненько. Так, как нам еще подняться можно? Ага. Ладно, походу придется все-таки без читерских хреней. Черт с ним. Опа. Мне показалось, что кто-то упал. Ладненько, сейчас. Быстренько поднимемся. Хотя нет. Используется так, чтобы F3. Думаю, меня никто ничего не сделает. Правда, я думаю, как подняться лучше. Вот тут это нормально будет. Ты видел? Конечно, видел. Все, больше не буду использовать, а. В одном месте можно было, я думаю. Видел, видел. Правда, что ты видел? А, сука, сзади мудень. Ладно, черт с тобой. Вот, по-любому, что кто-то еще есть, а. Как спутниковую антенну кто-то охраняет. Или нет. Или они, сука, вниз спустились. А, сука, тебя не считается. Так, все. Так, берем жизни, аптечки, все такое. И взрываем. Бежим. Опа, точило. Сука, точило пригодится. Вот все, ну что, мы закончили? Погоди-ка минутку. Опа. Странно, сигнал все равно не проходит. Ру установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, забуд от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Так, идите, уничтожьте грузовое судно. Окей, окей. Понял тебя, Дойл. Понял. Ладно, в принципе, тебе придурков можно не трогать на самом деле. Хотя мне нужно патрон на снайперку, поэтому я их завалю. Так, тут дебилов нету, наводки нету. Тут тоже нет. Все. Так, если Димончик, попердончик. Опа, точило. Погнали, сука, валить у мурния. Так, где дебилы? Они где-то рядом, а? Где он? Тут еще придурок есть, а? Вот, сука, тут мы убили, там еще одна точка и там точка. Ладно, я просто хочу взять патроны на снайперку. Просто их мало. Они мне очень даже пригодятся. Просто как-никак. Я не просто хочу всех дебилов. Хочу взять патрончики и, сука, всех дебилов поубивать. Так сказать, полезное с приятным совместить. Так, ушки, ладушки. Где-то, сука. Твой муги. Сука, где-то сзади, тварь. Стоять, ублюдок! Сука. Такого конуса, блядь, видите, как прицел так вот тупит, а? Ты капец меня, клиника. Ладно, еще быстренько патрончики беру. У снайпера. Так, тут проверяем все. Так, сука, тут был снайпер. Паника, все, сейчас быстренько каждый обганчик полазим, патрончики соберем быстро, быстро, недолго. Опа, тут, сука, вот патроны. Тут еще на дробовик патроны есть. Ладно, потом возьмем дробовик. Сейчас мне нужно тихое, хотя, может быть, тихое мне не нужно больше. Ну и тем не менее, я его сейчас оставлю лучше, дабы потом еще что поменяем. Так, ушки, а ладушки, тут у нас что будет в этом ангаре? Тут, сука, подниматься не будем. Тут у нас был придурок, а именно, так сказать, автоматчик. Нам тут нехрен делать. Ну, на этой вышке.
Ох, блин, какая же это охеренная все-таки миссия, блин, это даже очень красивая. Там один дебил, у меня не будет трогать его. Не хочу париться, время таять. Тут был, сука, гранатометчик, смысла нет у меня. Ух ты, сука. Ты урод, а. Ну ты, сука, урод, а. Я же говорю, сука, один остался, дебил, а. Валика. Сейчас быстренько возьмем. Тихо, сейчас на КамАЗе поедусь, а. Так сказать. Покатаюсь на всем там, на всех машинах, все такое. Опа! Вот, сука, ебаник. Не зря, сука, сюльки я себя пошел. Тут снайперки нет. Все. Так, сука, у меня патрон на снайперке. Опа! 14 патрончиков. Опа, сука. Почти по великам. Ой. Сука, усатая. Ты гребаная усатая херня. Так, все. Теперь вроде бы ты и всех убила. Классная тачка, да? Так, пушка, сейчас доедем до снайпера. Припаркуемся. И надеюсь, что теперь точно никого не будет. Я поднимусь вот так вот. Мне просто нужны патроны на снайперку, а. Только прикольно так играть, да, на самом деле. Время три меня. Прикольная уже как гавайская рубашка. Да вот, так вот, оп, патроны. Нет, сука, кто-то еще есть, а. Ах ты, сука. Я ж говорил, сука, мудни, а. Ага, ты, сука, урод, а. Ну, твари, хотели сзади меня обойти, а? Ну, тупые мурди, хер вам, сука, а? ЖК Верхер вы обойдете, а? Так, теперь вроде бы я всех убил. Так, давай. Давай, Джек, давай, я верю в тебя. Ты спустишься. Пошли, пошли, пошли. Тебе прикольная вот эта тушка, а, на правой руке. Правда, что-то нарисовано, я не понимаю. Так, все, Джек. Видишь, как получается, Джек, а? Хотели, сука, сзади обойти. Так, все. Блин, тачку эту, хотя ладно. Давайте эту тачку возьмем. Опа. Все-таки тачка эта будет получше. Все, все, все. Я знаю как. Я на лодке не поплыву, дабы она мне не особо нужна будет. Хотя, может и нужна. Ладно. Все, я на машине хочу поехать. А именно, объехать вот так, если там, конечно, можно, а. Кажется, там можно объехать, а. Если я не ошибаюсь. Ну да, вот дорога есть. Все правильно. Все охеренно. Так, тут никого нет. Не, никого. Опа, тут сука. Ну сука, а, какие вы хитрожопые ублюдки. А вот, вот и спутниковая антенна, а вот наше грузовое судно, так сказать. Я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, ух ты, сука. Это, сука, снайпер тупой, а. Ну сука, блин, один раздох. Ё-моё, сука, я не ожидал, а. Я не ожидал так сдохнуть, это пипец был, это была охеренная на самом деле миссия, сука. А где я сохранюсь? А где я? Так, это что за место? Какая там антенна? Идите к уничтожению, а, грузового судна? Подожди, сука, у меня патрон. Блин, опять заново, ну ё-моё, ну как же так, а? Ладненько, сейчас быстренько все сделаем, а? На самом деле я в ахере был. Сейчас быстренько я все завалю, патроны, сука, возьму. После правда патроны себе не нужны. Я, сука, знаю, что там есть гребаные, сука, гранатометчики. Два минимум. И, сука, снайпер. Так, пушки, овадушки. Где вы? Где вы, придурки все? Где дебилы два еще? Где вы, придурки? Давай, там еще придет. Теперь вроде бы все, да? Теперь, сука, осталось убить этих дебилов, чтобы сзади ко мне не дошли, а? Сейчас, сука, я вам искорую. Этот дебил я знаю, где-то тут, а? Там, сука, еще были, на острове, а? Это вот с этой стороны, сука, пирс, а? Три придурка, теперь я всех убил, да? Так, сука, теперь... А, сука, еще один. Ха-ха-ха. Видели, сука, бошки, да? Ваня, кинул, сука, гранату. А? Тебя все кончено, ублюдок. Мы сука, гранатку, да, а? Что, ничего? Ну вот, сука, все. Так, где-то, сука, бородач. Это не он. Это не он. Сука, где тут придурок, который был. Ну, это, с усами, а? Ладно, все. Вроде бы всех убил. Все. Так сказать, сектор зачищен. ТГП, правда, прикольненькая игрушка, а? Классный, прикольный остров, все, берем быстро патрон на снайперку,
принципе, знаю, где они находятся. Поэтому не будем сюсюкаться. Надеюсь, мы больше тут никого не встретим. Правда, мы еще дебила не убили. Хреново. Ладно, все, быстренько. Так, патрончики. Берем. Тут, сука, мы все взяли. О, это была, сука, какая-то прикольная пушка. Так, теперь у нас 14 патронов, круто. Сейчас будет их больше, а. Так, теперь я знаю, сука, там два гребных гранатометчика, еще и, сука, снайпер. Это пипец, да? Ладненько. Прибанкуемся. По столянчику. Сбегаем. Так, Джек, давай. Давай, Джек. Блин, честно. И охеренная, сука, миссия, блин. Нет, я, конечно, сомневаюсь, что в этой миссии мы кого убьем. Хотя, может быть, в принципе, и убьем. Может быть. Так, больше никого не будет. Ну, типа, я всех убил. Не должно быть никого. Че, Джек, давай, спускайся. Прикольно спускается, честное слово. Сука, это правда миссия очень длинная и охеренная получается. Блин, по сути, быстро, конечно, быстрее проходили эту игру. Ну, миссию эту. Но просто они, как я, не лазили везде. Ну, именно во всех там точках, лагерях. Так, все. Нас патронов хватает? Хватает. Хотя лучше поменяем, сука, дабы, чтобы было больше патронов. Так, машина, не прибей меня. Нет, сука, все-таки где-то есть. И где, сука? Ну ты, сука, урод тупой, а. А тут откуда? Ну ты уродина тупая, а. Сука, что не попадает, да? Ну твою мать, а, ну сука, это пипец дыхать уже. Ладненько, все. Дима, соберись, сука, достал. Простите, что я, сука, сдох, правда, раз, но. Ну бывает, честно, все. Сейчас я быстренько все сделаю, сука. Я не знаю, откуда эти мудни тупые взялись. Я вроде бы всех убил. Дубль 23. Простите, пожалуйста. Ну правда. Просто я не ожидал, что эти штуки откуда-то еще возьмутся, сука, я не знаю. Куда они, сука, взялись, а? Вот эти тупые. Блин, застрял. Сейчас, подождите, все будет. Не, правда, на самом деле, я понятия не имею, куда взялись. А буду потом на снайперку, они, правда, мне нужны, а? Тут я, честно говорю, в принципе, вы сами уже понимаете. Так, что за дебил? Так, все, теперь те дебилы, а? Не будем с ними сисюкаться, а? Сразу, сука, беру их, валю. Нахер. Не, это не те дебилы, которые. Вижу, давай, приехали! Мою же налево, ну сука, так-то ваховаться, Дима, это позор, сука. Пипец. Да я уже насасываю на самом деле, а? Сука, давай. Че, серьезно, сука, убить не могу, а? Сука. Да, сука, да кто меня кокнул, бля, это пипец, а? Ух, блин, сука, это позор, сука. Правда, извините, что так получается, но мне просто очень нужны патроны цепику. Я, конечно, не собирался так ваховаться, блядь, но, сука, тут и все бывает. Первый раз. Блядь, сука, дебилая, ой, дебилая. Ч ⁇ тут, ботик? Сука, урод, да? Ну, может, отсюда уроды пришли, а? Ах, сука. Получай! Это, сука, такой... Сука, хреновый обзор, да? Я понял, откуда дебилы пришли, а? Сука, капец, лучше с машины свалю, а? Она капец, сука, осталась капецная. Я думал, сука, откуда эти дебилы пришли, а? Да, сука, достали уже, блядь, а? Ты задолбали меня, сука, да какого хера так лохуешься в этом месте, а? Блин, честное слово, это позор тупой, а? Где, сука, ты тупая? За хрень, да, сука, ты скажешь, а? А вот я сам то же самое говорю, а?
Сейчас, сука, теперь точно всех убил. Теперь точно меня, сука, сзади никто не убьет. Теперь точно, сука, сейчас наконец-таки я пас повалю. Блин, сука, 3 раза сдохнуть. Это такой позор, а? Сука, да задолбали, а? Сука, блядь, гребаные джунгли, хер увидишь, сука, откуда они, блядь, пидорасы появляются. Так, срочно жизни берем. Причем прямо после слова. Срочно заезжаем наверх. Блять, ну не застреваем, бля. А заезжаем. Да давай, Джек, давай, пожалуйста, не тупи. Мы так уже столько раз сдохли, что позор. Потом возьмем патроны, сейчас важнее жизни, а. Патроны у нас всегда, сука, будут, а. Жизни у нас капец мало. Быстро, 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 быстро. Патрончики. А, сука, тут не будет жизни, а. В следующем ангаре, сука, или в этом. Будет жизни, просто хотя бы жизни, обычная аптечка. Есть. Это, сука, я просто боюсь, что меня сейчас убьют. Я опять никого-то не увижу, сука, убью. Ладно, все. Эти дебилов на пирсе, сейчас я быстро кокну. Погнали. Давай, 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 давай. Быстро, быстро, быстро. Тормоз. Тормоз. Берем. Тут, сука, у нас есть охеренный броник. Так, ушки, ладушки. А, хотя, может, тут дебилов трогать не будем, а. Сразу пойдем лучше, как говорится. Патрон там возьмем. Быстренько патрончики возьмем. Нашу, сука, снайперку охеренную. Быстренько, быстренько. Джек, блин, сука, сука, раз я уже вахуюсь, это капец, позор, а. Честно, я понял, конечно, побыстрее пойти на самом деле эту миссию, но... Блин. Я, честно, не думал, что столько раз меня убьют, да тем более так лохануться на самом деле, это позор, поэтому... Думаю, вы не будете меня судить столько, что я такой лошарик, а. Так, все, пойдем, сука, тех ублюдков отомщу за мою смерть, блин. Знаете, просто хочется тупо отомстить, ну... На самом деле, тем не менее, все равно миссия интересная, поэтому... Класс, класс, правда. А правда охеренная. Сука, там дебилов, а. Я лучше закидаю гранатами залека. Еще раз, сука. Очень серьезно, блядь, ну. Ну, сука, ну я лох, а. Ну ладно, сука. Я убью тебя! Сука, все, я всех убил. Сейчас быстренько. Опа, что это у нас? Опа, танчик, прикольно. Сука, все. Нет, сука, надо было сейчас просто подойти и убить, а? Они все щупаются, все. Так, с первого, третьего леса. Джек, турбо включай. Типа я знаю, что первая часть украинца есть турбо режим, ну, типа, низа. Так, все, патроны везде взял на снайперку, а? Теперь на крестике, сука, поеду, а? Теперь там она будет аккуратно на корабле. На утке не пойду, сука, там меня базучики еще быстрее снесут, а? Так, тут у нас, сука, дорога сюда. Это вот так вот. Потом переключаемся сейчас. Сейчас заезжаем в тоннель, в пещерку, так сказать. В ущелье, вот. Сука, валим, вас, вас, вас. Потом где-то тут тормозим лучше на машине. Хотя нет. Ладно, черт с ним, машина нам больше не нужна. Я сейчас тут лягу, потому, ну, дабы там, сука, их до хрена. Я вот тут вот в кустиках, вот тут вот лягу. Осмотрюсь, так. Сука, раз получился базурщик, это получается у нас тоже базурщик, походу. Ладненько, тут у нас больше никого нет. Все вот. Яка, какая-то... Опа-опа, еще какой-то, сука, мудень тупой. Хотя, может, он там, а? Так. Сука, я знаю, что я не всех еще убил, а? Это очевидно, так сказать. Ладно, где? Где еще? На палубе больше никого нет? Передатчик находится там, а? Опа, старый кораблик. Так, сука, тут у нас лодка. Тоже никого нет, да? Точно никого нет? Сука, никто ко мне сзади спину не войдет? Так сказать, со спины. Все, тачку берем. Быстренько просто, они будут быстрее поехать на самом деле. Так, ты чего, ты где? Опа. Сейчас, я быстренько. Да сколько ты еще есть, сука? Ну-ка, где? Сука, я понял, где этот мудень тупой, а? Я уже увидел эту, сука, мудень, а? Сейчас я его, сука, снесу. Тупого рода. Да, сука, ты тупой, а?
Ого, сука, раз, два, три, сразу, сука, ракеты, ты серьезно? Там тебе, сука, их много, а? Ой, сука! Опа, да это план, нихера себе! Сука, да ты чё, блядь, ты жесток! Так, сука, точно больше никого нет, а? Но там дебил ещё один внутри, а тут... Снайперов никого, зовы... Блин, не могу, сука, это слово прочитать. Так, ладненько, всё, полетели, сука. Да это план. Давайте сразу попробуем переместиться на наш кораблик, так сказать, на грузовое судно. Антенку уничтожить. Да, опа, птички, птички, птички. Так, сука, 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 сука. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сука, я так не планировал, а. Приземление получилось очень даже конченным, а. Ладно, все, сука, я иду. А кто за чертовщина? Понятия не имею, сука, что это за чертовщина на самом деле. Сука, капец, миссия получается очень долгая. Опа, там прикольная баба у него, а. Полюбился он, сука, не один. Ой, в жизни, бля, класс. Так, все берем, берем, берем. Опа, сука, сохраненка, охеренно, сука, сохраненочка. Так, точно больше никого нет. А, кто это лодку подорвал? Какого хрена? Это сука, а. Какой-то мудень ее подорвал. Ладненько, все, пойдем сейчас положим взрывчатку. Чертям собачьим. Так, ушки, оладушки. Не знаю, что будет дальше, но походу будет весело. Так, где нам положить взрывчатку? Ага. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Да, да быстрее, Джек. Корабля меня не достанет. Ну, а, все-все, на носу корабля, блин, я тупанул, а. Жаладенько. Сука, надеюсь, тут меня не достанет, а. Хотя такая волна взрывная, походу, будет. Сука, достало немного. Пора сваливать. Охереть. Черт, это круг. Не волнуйся, я с ним разберусь. Ого, сука, мы, а корабль потихоньку тонет, видите, да? А где Кроу? Где он? Блин, я надеюсь, правильно встал. Ты за это заплатишь, Карна. Ага. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Ну ты, сука, тупая, а. Мажу, косой я. Сука, он, блин, это летает, да? Сука, я упадил, сука. Сука, аккуратно. Опа, так громко. А вот, сука, и Дойл повез. Так. Он выпрыгнул, плывет по Гао. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулам. Извини, Джек, но мне нужна важная информация. Вон он, сука. У моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я приведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот бал при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь бал. Понял, понял тебя, Дойл. Ух ты, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. 14-я часть под названием «Грузовое судно» завершена. Увидимся в новой миссии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, и покуда будет миссия, мы наконец-таки убьем Кроу. Еще раз, всем пока-пока. Миссия была очень классная, охеренная и прикольная.